Работа Центра ритуальных услуг Камкор Шарапат, созданного по инициативе председателя Духовного управления мусульман Казахстана Верховного Муфтия, ведется в соответствии с современными требованиями. В минувшую субботу по инициативе данного центра по всей республике в рамках очередной кампании прошло мероприятие «Уткенге Хурмет Тереге Мендет» по уборке и приведению в порядок святынь. Имамы всех городских, районных мечетей Жамбылской области, а также активная общественность присоединилась к доброму делу и участвовали в масштабной ежегодной акции по очистке могил от мусора и сорняков в память о мусульманах, ушедших из этого мира. Каждый год в апреле мы проводим масштабное мероприятие по уборке могил наших ушедших братьев и читаем молитву, ведь за это время собирается очень много мусора, в том числе и строительного. Это наша обязанность – принять активное участие в данной акции.